видят модель школы, значит, с акцентом на среднее звено, чтобы с 5 класса к нам приезжало больше детей из республики, проживали в интернате, учились в нашей школе. Но мы понимаем, что 5 класс набрать одаренных детей невозможно, потому что это 11-летние дети. Никакой нормальный родитель не отдаст 11-летнего ребенка в чужой город. Если это одаренный ребенок-музыкант, то педагог, у которого он учится, тоже не расстанется своим одаренным чадом. Поэтому это неисполнимая модель.